5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, и мы идем на рейд базы Player 5909. Такую базу я уже рейдил, я помню ее. Здесь вроде бы сишки мне не нужны. Но я всегда беру с собой две штучки, мало ли. Но здесь я знаю, что мне не понадобится, я уже увидел по этому, в этой вот штуковине. Так, смотрим, здесь что-то было, нет? Нет, пусто. Окей, значит, идем сюда и ломаем где-то... либо вот эту, либо вот эту. Рядом с дверью, в общем. Хоба, мы заходим. Вот, собственно, все ящики. Здесь даже оружие можно не тратить, чтобы зомбарей убивать. Потому что здесь есть колья. Ладно, давайте я открою эти ящики, избавлюсь от зомбарей и покажу вам весь лут. Итак, от зомбарей избавился. Смотрим, тут у нас топорики есть. Это хорошо. Так, еще один топорик, две кувалды, отлично. Кожа, зашибись, ткань. Ну, в общем-то, все, идем дальше. Красные талоны тоже хорошо. Идем дальше, пусто. Бензинчик, стопэ. Это я тоже заберу, пожалуй. Эти штуки мне могут пригодиться. Так, смотрим, здесь у нас хорошо, хилки лишним не могут быть. Так, что еще? ТП. Это я смотрел? Нет. Хорошо, я быстренько сбегаю, положу то, что уже нашел. Так, лут весь сложил, давайте забирать все, что тут осталось. Хотя, блин, может и стоит умереть. Блин, что, реально умирать надо? Давайте еще посмотрим здесь. Что есть такого? Так, где? Вот это. Есть тут что, нет? Пусто. И здесь пусто, да? Нет, здесь что-то есть. Ладно, ребят, давайте я быстренько тогда умру и вернусь сюда. Так, чтобы еще забрать с этой базы? Здесь пусто. Эту, в принципе, можно ломать. Громила уже все равно не придет. Блин. 100 ящик. Да, понадеялся я на этот ящик, конечно, зря. Так, давайте забирать тогда все отсюда. Это заберу. Здесь это можно забрать, это можно забрать. Что-то еще есть? Нету. Зря умирал. Не особо-то интересный лут я подбираю сейчас. Ладно, ребят, на этом все. Если вам был полезен этот рейд, то обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.